проросійські сайти, проросійські групи в соціальних сетях розповсюдняють інформацію о том, що ми збираємося зносити пам'ятники Катерині. Хочу завітити, що такого в планах у нас нету. 14 числа у нас день УПА, день Покровий, то есть, как бы, всегда в этот день праздновался день УПА. Наш марш будет посвящен не только героям УПА, также мы решили вспомнить о том, что наша страна в героическом своем эпосе имеет не одну страницу, это в частности и войска киевских князей времен Киевской Руси, это и казаки, это и ОНР, и сечевые стрельцы. Есть уже современные герои среди воинов АТО, есть герои, которые погибли до АТО, в частности Максим Чайка. То есть именно поэтому было решено провести марш. Марш будет проводиться 14 числа. На марше будут присутствовать как и организация «Патриот Украины», Социально-национальная ассамблея, так и бойцы, которые по ротации как раз приедут с батальона «Азов». Цель прежде всего марша показать то, что Украина помнит своих героев, Одесса помнит своих героев. И любые попытки пророссийских боевиков дестабилизировать ситуацию в Одессе уткнутся как раз именно в тех людей, которые будут завтра на марше. То есть это, скажем так, правое движение Одессы, это будут и околофутбольные фанаты, это будут и известные хулиганы люди, и просто правые, то есть патриоты Украины, которые действительно готовы взять оружие в руки и защищать свою страну всеми доступными средствами, а не только махать флагами на митингах.